Так, 14 октября 2021 год, Харьков, 20:10 по Киеву, Харькове, дубль второй, теперь у нас ИСУ-125. Видно, какая дымка, аура буквально вокруг Луны, но это просто жиденькие-реденькие, но облака создают такую, в общем-то, даже симпатичную картинку, пусть и крадущую у нас подробности. Так, озвучиваю для себя ИСУ-125, выдержка 1:30. Сейчас. Очень у нас погода редко радует. Последняя съемка у меня, по-моему, получилась 3 числа. Вот кратер замечательный наш Платон. Да, ну, конечно, четкости нет никакой. Зато красота есть. Да, очень шикарно сейчас Луна находится. Между Сатурном и Юпитером, Юпитером и Сатурном. Ну, в такой дымке, конечно. Хотя сейчас, наверное, Юпитер сниму. Юпитер-то точно не промажу. С Сатурном будет проблема. Да, вон Юпитер даже так видно. С левого угла это он. Хорошо, сейчас попробую. В окуляре не видно. О, все, попался. Попался Сатурн на левую. Скажу вам, как неверующий. Тускленький. Блекленький. Но вполне себя опознаваемо. Сатурн 1 миллиард. Ну где-то 1 миллиард 400. Ох, что-то плохенько. Даже по сравнению с предыдущим дублем хуже стало видно. Видать, гуще стали. Наши жиденькие облака. Ну, в любом случае, 1 миллиард 400. Да что ж такое, 447, по-моему. Миллионов километров пошли к Юпитеру.
и галилеевым спутничком. Мимо кассы. Да. Они видно, спутники. Ох ты. Какие-то прямо спутники Шрёдингера. То ли они есть, то ли их нет. Справа Ганимед, слева вам, наверное, не видно, рядом с Юпитером Ио. Экваториальные полосы вижу прекрасно. Надо же. Вот тебе и раз. Слева Европа. Ну, тоже вам не видать, наверное. А Калиста тем паче не видать. В общем, обойдемся устными рассказами. 662 миллиона километров, да. Юпитера до Луны 377 тысяч. Да, Калиста даже в окуляр не вижу. А, не, ну вижу, но это... Так, ну и традиционно закончим на Луне, если мы еще не выпали из дубля. Если аппаратура нам не посечет. Ролик. Сейчас это будет не так ужасно. Сейчас. Что мне даже выдержку придется, наверное, уменьшать. Как-то чересчур светло. Ох ты, моя лапочка. Да, натурально, как будто в жидкую грязь набросали дроби. У нас обещают завтра вечером неплохую погоду и послезавтра утром. Посмотрим, как оно сложится, посмотрим. Это как получилось вообще. Как оно так сложилось? Я вот даже сказал. Склалась нам пополам. Склалась. Грамматически неверно, но суть отображает. Да, ну в фотоаппарате это не видно, но прямо через облако мы смотрим на Луну.
Хорошо. Вот это у нас внизу по кадру ползет Платон, который мне друг на истинно дороже. 14 октября 2021 год, Харьков, 2020, красота по Киеву, Харькове. И еще раз поздравления с сегодняшним праздником всем защитникам и защитницам Украины, живым и павшим.